Сегодня хочу познакомить вас с новой развязкой на Можайском шоссе в районе Жаворонок. Строительство этой развязки продолжалось почти 2 года. Эти 2 года мучились на дороге, стояли в пробках, движение было затруднено. Но вот оно наконец открылось. Эта развязка включает в себя реконструкцию Можайского шоссе, примерно 1,5 километра, а главное — эстакада в районе примыкания первой Советской улицы к Можайскому шоссе на второе Успенское шоссе. Теперь можно с горок Десятых без светофоров пролететь по второму Успенскому шоссе, дальше по Советской улице, потом эстакада через железную дорогу и вылетаем на Минское шоссе. С одной стороны, это здорово. Сама эстакада через Можайское шоссе, протяженность 542 метра. Но сделали ее по одной полосе движения в каждом направлении. Ну, как будто 20 лет назад. Сегодня надо смотреть в будущее, уже хотя бы по 2 полосы. Ну ладно, сделали по одной полосе. Строительством занимался Ротенберг, впрочем, как и везде у нас в России. И стоила эта реконструкция Можайского шоссе с эстакадой более 4 миллиардов рублей. Сейчас мы двигаемся по направлению от Москвы в область. Вот перед нами разворотная эстакада. На ней можно развернуться в сторону Москвы или по боковому проезду повернуть на вторую Советскую улицу и дальше в направлении Минского шоссе. Но мы едем дальше, теперь развернулись в сторону Москвы. Сейчас я вам покажу еще одну разворотную эстакаду, которая находится ближе к Москве. На этой эстакаде можно развернуться, если ты двигаешься в сторону столицы, можно развернуться в обратную сторону и повернуть на второе Успенское шоссе, на Рублевку, в горки Десятые, Назарьево. Вот она, эта эстакада. Ну так, неплохо, а сколько леса вырублено. Тут стоял сосновый, красивый лес. Снова выезжаем на Можайское шоссе. По крайней правой полосе двигаемся в сторону области. Вы видите указатель. Повороты направо, прямо Минск, направо Назарьево. Здесь тоже только 1 полоса. Работы полностью не закончены, дорабатывают очистные сооружения. Теперь поворачиваем, выезжаем на второе Успенское шоссе. Здесь разворотов не предусмотрено, так что я развернусь у фермерского хозяйства «Ягодка». И проедем с вами по эстакаде через Можайское шоссе. Вот приближаемся к эстакаде. Если ехать по правой полосе, то мы выйдем снова на Можайское шоссе в сторону Минска, в сторону области. Мы едем прямо. Я хочу показать вам главный участок этой развязки, эстакаду через Можайское шоссе. Длина участка самой эстакады 348 метров всего. И выполнена она по одной полосе в каждом направлении. Ну вот вы видите этот участок. Дальше первая Советская улица в Жаворонках. Как была 20 лет назад узкая такая по одной полосе, так она и осталась. Ее никто не трогал. Да и тронуть никак нельзя. Кругом участки, индивидуальные жилые дома, замки, коттеджи. Поэтому ее оставили в нетронутом состоянии. После строительства этой развязки
у жителей Москвы и Московской области Одинцовского района возникла масса вопросов, почему развязку сделали именно в Жаворонках, а не в Малых Вязёмах, где пересечение с белорусской железной дорогой, центральной кольцевой автодороги, превратилось в сплошную пробку. Уже давно, уже много лет там проехать очень трудно. Надо простоять и час, и два, и три, как кому повезет. А сегодня, когда ЦКАД замкнулась, там получился самый узкий, самый трудный участок. Там пошли все грузовые автомобили. На развязке в Жаворонках движение грузового транспорта запрещено. Поэтому напряженная ситуация именно в Вязёмах. Но это и понятно. Развязка в Жаворонках открывает прямой путь с Рублевки в аэропорт Внуково на Минское шоссе, на Киевское шоссе и дальше. Удобно для рублевских жителей, а вот для транспортных компаний, для обычных жителей, которые живут вокруг в Московской области и в Москве, это становится большой проблемой. Всем удачи и хорошего настроения!